Всем привет, это вторая часть, меня зовут Мива, и режиссер Кирилл Михаленко. Сейчас мы будем продолжать картину, которую я начинал. Это вид в городе Итретто на скалы, где я был. В общем-то, можете посмотреть в предыдущем видео, ссылка снизу. А я сейчас буду продолжать и будем показывать вам процесс. Вот, так что продолжаем. Сначала не забудьте подписаться, да? На мой канал, на мои соцсети, снизу есть ссылка на мои картины с галереи, или же можно у меня заказать, либо же купить из того, что у меня есть в наличии. Да, мастерская, сейчас мы начинаем продолжать эту картину. Нужно сделать черным контур, сделать графику, все ввести, все сделать аккуратненько, чтобы было все красиво. Возьму черный, и сейчас буду все это делать маркерами и черной краской. Так, ставим, переоденемся и будем начинать работать. Все-таки я не выдержал, я пойду схожу туда, в скалу, вовнутрь, пройду на другой берег, и там мы с вами поговорим, пообщаемся. Сейчас покажу вам просто небольшой мой путь, как я буду идти. Вот, смотрите, это дно океана, так выглядит. Пока отлив, я иду по нему. И вот я иду дальше, делиться эмоциями, не знаю как передать. Наверное, не получится. Нужно только побывать. Я вам желаю побывать в этом прекрасном городе. Он не такой уж большой, тысяча человек населения. И не так уж много. В основном туристы. Немцы, я слышал, поляки, русских, украинцев, кого хочешь. Сейчас я перейду вам, покажу. Нужно идти аккуратно. Просто тут скалы. Вот, смотрите. Буду спокойно все поломать, все что угодно. Нос, зубы, умереть тут, остаться. Но мы с вами идем туда. Туда, нужно на ту сторону. Было стрёмно подниматься по ней, она ржавая такая, знаете, в соли вся. Сквозь на ту сторону. Дети плачут, хаос. Что тут происходит, непонятно. А это что за развалины, я не знаю, сказать не могу. Ну, посмотрим. Не забудь сделать подписку. Очень нужно подписку и подпопку. Тебе написано 8 минут. Не, ну вот когда выше, вид, конечно, тоже замечательный. Изумительный, идеальный. Так, ну вот я закончил эту работу. Так вот она, в общем, выглядит в итоге. Город Итретто, Нормандия, залив этот, Ла-Манш. В общем, было очень хорошо. Я думаю, когда-нибудь я вернусь, в любом случае.